Джерион, ты тут? Еще один чек. Ал, пиши, что тебе не хватает. Лапу дайте. Я запускаю, пробую выйти. Ой, ты с нами поделишься лапой? Спасибо. Неужели прибыли наконец хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь и сдаться? Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты... Сделал уже, Олег, а чего? ...замучил и погубил десятки тысяч душ. Нет. Ты, видимо, из-за меня я тебе помешал. И будешь молить о пощаде, но я не буду слушать. СС, не забывайте на танк вешать. На переходке. И просто. Стоит аура брони вроде. Минимум. Не хватает. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света... Лови половину большого, скоро ловушка будет. Мельки пробежали, пожалуйста. Короче, ма будет 2 секунды. Лапка. Диспал. Все, беги назад, сейчас ловушка будет. РБД. Еще одна ловушка будет 2 секунды. РДД. И чума через 2 секунды. Потяни много миг. Лежа на тебе. Там может стоять. Там РДД была. Сейчас опять ловушка 2 секунды. РДД. Сейчас еще одна ловушка. Миликов тоже будешь потягивать, РДД будет. РДД. Потягивай тоже миликов. Потягивай. Сейчас чума будет. Тяни. Разгород на тебе, Лисково. Повезло. Как ловушка будет, сразу на край потянешь его. Так, милики, давай видео к РДД зоне. Давай ближе к краю, сейчас иди его. Потихоньку. РДД. Иди, веди его. РДД, давайте все на край. На край веди их. Косина, отдай гимн на ХП. Испалите чуму. Отдай гимн на ХП. Видите дух. Гимн на ману вдаем. Давай. Бьем следующего духа. Стало, да, ему Джерри? Веди его подвоз. Давайте звездочку. И все давайте в один. Как одно целое. Дрыг, стань поближе. Милики, если что, будете влево выносить. Бьем. Скоро осквернение будет, внимательней. Давайте стан ромбик. Антидайму стан. Но это не лево. Ну дайте еще один стан какой-нибудь. Подобивайте.
добивать стрельбами. Все, молодцы, Ингир, давайте. Давай, веди его сюда. Осквернение будете в небо выносить. Гера, дай, Саш. Пизду достаньте. Спасибо. Только оттянитесь немного, а то полетите не в ту сторону. Ну ты плохо сейчас стоишь. А так. Нормально. Гера, здесь в одно целое с меткой на мне. Блять, ты меня отвлек, сука. Вот этим, как его? Осквернением. Бейте, бейте. Все нормально. Сейчас они выйдут с этого осквернения. Станы, давайте тут. Станы ромбику, дайте точечные. Холипал, дай станы ромбику, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Сейчас треугольник добейте хотя бы. Там холипал. О, хоть одного спасли. Сейчас осквернение будет 5 секунд. Давай, видео, на другую сторону побежим, будет на тебе. Давай, на другую сторону сейчас. Бля, на мне метка спала. Иди его сюда. Бля. Ладно, стойте там за спиной. А где стоять? За спиной стойте там, где сейчас стоите. Дерем, походу, не понял, куда я имел в виду. Бейте. Станы давайте сейчас. Дерем бегу стан. Ну где станы? Дайте гнев небес. Сейчас осквернение будет 5 секунд. Ромбик добейте. Молодцы. Свернение ринцы на тебя. Блять. Везло. Давай видео. Сюда остановимся, звездочку. Звездочку остановитесь. Гимноману кто-то. Потом отдадут сейчас, пока не надо давать. Сейчас скоро еще одно осквернение будет. Ну, мана уже. Велики влево будете выносить. Осквернение сгорит на тебе. Ну ебать колотить. Бейте треугольник. Захилю гимн на хп, дайте кто-нибудь гимн на хп. Ясно, вообще падайте. Падайте. Так, а что ты, Гриш, я тебя отвлек? Ты, Гриш, только на тебя кинул скин, ты говоришь, осквернение на мне не стоял. Я начал трындеть по поводу этого и что-то... Да ты сразу сказал, что на тебе осквернение, но почему-то ты не додумался, ну, вынести его. Да я насчет того, как ты начал сказать, что надо было немного... Олег, поговори, пожалуйста. Пусть сыграют нормально, блядь, они, ну, не... Рей, ты изначально плохо поставил. Ты... Вот мы стояли, мы полетели в ту сторону, там, где БДК стоял, как ты стоял, ну... Ладно. Так. Пэрот. Кто там у нас еще уже развел? По-моему, все. Накинул ДП. Я видел. Блин, кто играет на шамане? Этот умирает, холипал в осквернении. Просто 5 секунд стою, не хилю. Кто играет на шамане? Чтоб я сказал, что это просто пиздец. Шиска. Это Ями. Все ясно. Ями, а ты этот, как его, по-моему, называется водный щит, там добавляешь? Это что? Забываешь? Ты что-то быстро поманил. Ну ты его обнуляй, после каждого заражения у тебя минус один стак пропадает. У тебя всего 4 стака. Будет 4 заражения, и потом снова обновляй. Ну что-то абсорба ДЦ не видно. ДЦ это щиты кидер, рейда. Да, у него тоже что-то отхил. Такое себе. Надежда на цех и лотца, значит. Там нету абсорба вообще, надо какой синус пекать. Ну пускай тогда какой синус. Ну это все херня, как бы просто вы 3 раза подряд подвали к лужу льете, блять. Не норм. Я вот чуть не умираю от заражения. А, Анти, выйди, пожалуйста. Где ты там стоишь? Сзади. Выйди, пожалуйста. На тебе валька висит. Мы не можем упасть. Кажите. А еще один трай есть.
все дерьмо будет, придется ИРЛ. Дима, не уходи. Да я вроде на вторых фальках вроде правильно стоял возле этой стрелочки. Я обычно так стою. Ты почему-то сказал, что неправильно. Блин, просто подними вот камеру на самый верх. Там ну, вот тело поднял. Есть, ну, круг, есть такие острые хрени. Но... Просто мысленно рисуй линию между ними. Там но... это несложно. Просто мысленно рисуешь линию и смотри, где мы стоим. Мы стояли так, что у нас половина брейда в одну сторону полетела, половина в другую сторону полетела. Изначально ты задумывал лететь, я понимаю, что в левую часть комнаты. Но мы стояли так, что мы полетели бы в правую часть комнаты. Но многие РДД стояли позади нас. То есть мы бы полетели одни вперед, одни назад. Ты кинь метку на себя, WhatsApp, и покажи. Я сейчас покажу, как было там все. Да показывать не надо, я уже понял. Не, милики, вы можете стоять чуть-чуть левее? Я это делал, бля, надо это даже показывать. Ой, давай, Мишку. Чего? Мишку, залезь. Они просто не понимают, куда надо выносить. Я им говорю влево, а они почему-то то вправо, то в центр. И стань, пожалуйста, вот так вот. Так вот. Вот так стань. Не, вот допустим, вальки летят сюда. Стань вот. О, бля. Ты ровнее стать можешь, палочка? Бля, ты ровно стать можешь? Как ровно, блядь? Да вот так, как я стою, вот так вот. Вот так можешь стать? Во. Сейчас все милики засуманятся, а ты стой здесь на месте. Давайте всех засуманим. Потому что я вот смотрю, все милики стоят вот под боссом, вот здесь вот. А вот так вот они стать не могут боком. Так легче потом выносить осквернение. А то пока они с центра, вот они вот здесь вот его бьют. Пока они его вынесут, так, блядь, они зальют опять мелизон. Сейчас мы всех засумоним. Потом у нас еще Эсгард. Есть у кого символ таунт? А что, промах, что ли? Я просто, я всегда с ним играл. Да, на ауке он дорого стоит. А какие стоят? Этот стоит. Ты ж PvP. Тут без разницы, какие символы на БДК стоят вообще. Кроме таунт. Монти из города. И ёбу засуманил. Кровь вампира топ. Таруник, какая разница? Типа, и который... Саша, пожалуйста, не забывай кидать герб по моей команде. Так, давайте еще ёбу засуманим. Чек. Давай. Что, решили как 8 не спекать? Не. 5 будет. Так у нее абсорба не было вообще. Дайте лап. Лап. Там... Причина моя по нему этом. Фирстайл лень. Последний чек. Трек конь. Все. Okay. Неужели прибыли наконец? И веди милика ближе к РДД зоне на первой фазе. Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордринг. Ты хочешь в достаёте там к РДД всегда 30 метров. За то, что замучил и погубил... После 6 метров зазора, куда ближе? Ты пройдешь через эти мучения сам.
будешь молить о Гугли. Давай. Доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои в атаку! Бьем. Чтобы ты увидел финал. Ты мне зубы не кидай. Ты скоро ловушка будет. Ты что, да все зубы кинул? Милики. Сейчас, короче, чума будет 2 секунды. Наверное, на ком. Ягер на тебя. Здесь по... Смотрите, приеду. Сейчас еще одна ловушка будет. РДД. Ягер, ты можешь стоять поближе немного? Чтобы успевал ее выносить. Сейчас еще одна ловушка будет 2 секунды. РДД. И чума через 5 секунд. Ближе подойди немного, миль. Не успевали. Торжило носи. Диспел. Ловушка 2 секунды. 1 секунда. 0. РДД. Тоже подойди их чуть поближе. У нас ДПС хватит. Ловушка через 2 секунды. РДД. Чума через 2 секунды. Иди поближе, то милики могут не успеть добежать. Представил. Во, уже лучше. Сейчас еще одна ловушка будет 2 секунды. Минус ферслайв. РДД. Я видел, сейчас мы его поднимем. Вот, если что, ты поднимешь. Давай ближе в РДД зону, тяни их. Тяни миликов в РДД зону. Сейчас еще одна ловушка будет. И чума скоро будет. Иди, милик. Ты видишь, на танке. Мечом? Милики, аккуратнее. Я вижу, но я тебе давно об этом сказал. Он останавливается на 3 секунды. Че ты тупишь? На РДД рассосите, пожалуйста. Оттяни этого духа. Не забывай, как Осина обновляет, ой, как Осина, Саша, ману. Бьем следующего. Забирай. Забирай. Не забудь дать цел. Забивайте уже этого духа. Давайте звезду. Таны тоже с вами забываем кидать. Тэм в центр. Бьем. Вот видите, где звезда стоит? Где станы на кружочке? Сейчас скоро осквернение будет. 2 секунды. Кенсион. Давай, Гера Шаман. Давай, иди их сюда. Дима, проведи к звезде, он видишь? Да, он видит. Ну сейчас же правильно стал? Да, да, хорошо. Осквернение в сторону трона, ой, в сторону трона, в сторону НПСника вынести. Где глыба? Внимательно, не заслабляйте, как я. Вот, ералаш на тебе. Станы давайте свои. Бейте, Вальки. Гнев небес, да, Эсгард? Гнев небес. Кто-нибудь дайте станы.
станы дайте, блять, алло. Тупо рестовое зарешал. Везло, сейчас скоро осквернение будет. 5 секунд. Держи его возле пирая. Станем там, где мы стояли первый раз. Все, Лень, давайте. Везде. Не слакайте, пожалуйста, своими станами. Иди, иди еще поближе чуть-чуть. О. Заливайте, Вальк. Ромбик, слейте. На Вальк. Держи его возле края. Сейчас осквернение будет. Давайте, бьем, чаржимся, следующий Вальк. Красотуля на тебе. Тайм, как во второй раз стоит. Иди его. ДК пить. ДК, ДК, ДК. Давайте бьем, Валик. Станы, давайте, станы. Где станы? Алло, кружочку стан дайте. Холипал, дай стан, пожалуйста, кому-нибудь. Эсгард, давай, даешь гнев небес. Гнев небес, дай. Кава, ромбик, стан. Ну, заливайте, Валик. Треугольник слейте. Давайте, треугольник. Ну-ну-ну. Повезло. Фаза. Вижу. Держи его возле края. Все, давайте бежим. На край, на край. Давай твой гимн на ману и ставь свой тотем. Пойся на этот, если что, даешь гимн на ману. Лень, напуливай, пожалуйста, духов на пенсиона. Следующего духа бейте. Каждого нового духа бейте. Кадание. Весь бой без МК и без щита бил, оказывается. Не повезло. Бейте нового духа. Не, это Ералаш, после комнаты споешь гимн на ману. И его залешь. Тебя не заливай, пускай будет. А маны хватает. Мало ли хил сейчас дух. Портал сразу бежать будем. Давайте звезду и пошлите. Куда ты побежал, Супе? Потихонечку, не спеша. Мне куда торопиться. К на мага, Акума, ну дай. Отхилите. Здесь стали, давайте захиливать. Шаман кастусывается, пух. О, пробежали. Сюда остановимся и захиливаем. После выхода будет осквернение, пробежали. Стоим, 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 стоим. Да, вы побежали. Блять. Давай, пой гимн на хп. Этот Хералаш, пой гимн на хп. Изгород, лови босс. Давайте таунтите их. ДК, ДК. А, Войд, поднимай попало. Попало, поднимай. И духа забейте. Дайте ему баф. А, да, на нем же СС, точно. Повезло. Пенсион. Только веди, пожалуйста, этого босса потихонечку. Подойди к нему поближе, смотри. Не убежал я резко. Пять комнат. Давайте опять возле портала. Давайте звезду, побежали.
Так, стоим. Стоим, сейчас бомба упадет и сразу побежим. Побежим. Так, 5 секунд до выхода, и скоро будет, и сразу появится осквернение. Так, смотрим, на ком осквернение. От духов убегайте. За спину встаньте. Везде. Но веди его потихонечку. Скоро осквернение будет. 5 секунд. 2 секунды. Вот на себе. Давайте опять за спину к звездочке. Дымов нет. Ну ёба, молодец. Не будем его поднимать, на всякий случай оставим БР. Так, забьем. Сейчас должно настроить идею в комнате кинуть. Давайте звездочку. Побежали. Давайте к звезде. Побежим. Дайте свои чешки у нас. Драконий дух. Ой, поднимись. А, у тебя КД. Терс, поднимись, драконе. Стоим. Бомба. Уехали, побежали. Сахару дай палочку, тяни на КД. Одна секунда до выхода и будет осквернение. Терс, поднимай старый коня и зальешь ему ману. Давай, веди его. Давайте добивать его. Ой. Можете Геру отдать. Просто так. А, Олег, отдашь лут? Да. На. Под духом. Сейчас мы даже глянем, что там. Так, сколько я сегодня заработал? Валя Синдрали, сколько ИП? 500 лич и... Сколько за Синдру, я не знаю. А, давай. Давай. Блин, накинь мне на Валя 500. А ну сорян за спойлер, накинь мне 500 на Вара. Пингу. Девятьсот где-то, да? Валя Синдрали. 700 кидай. Ты будешь сразу сыграть? Раз. Угу. Ой, так, у меня кто не на КД? А, блин, у меня прав нету. Начислите мне на антипут. Сейчас я это начислю. А вон Олег начисляет. Так, и кто там у нас? А, Серж, он у нас с этого, с Гниломорда. Тоже мы начисляем. Серж у нас гниля, если что. Там дальше стоит лайк. Мне последнее благословение. Дай мне силу разбить эти оковы. Невозможно. Хватит, Артас! Твоя ненависть не заберет больше ни одной жизни!
Наконец я свободен. Все кончено, сын мой. Настал час расплаты. Поднимитесь, воины света! Можете веру дать. Как лев пред агнцами. Кайды. Коня чего, второго дали? Олег, как ты думаешь? Все равно. Рад, ты петушок. Че это? Давайте пару подождите. Теринаск. Давайте Теринаск. Кому надо? Да ну нафиг. Никому не надо, Сашка. Гуливерк. Кто из них там выше? Ляня. Так.